Травму головы получил 2-летний ребенок, на которого упала тепловая завеса, сорвавшаяся с креплений над дверью бургерной, расположенной на красной линии города. Родители мальчика, решившие здесь пообедать, только вошли в кафе. Мальчик был на руках у отца. Как произошло обрушение теплового прибора, рассказал другой посетитель, которого тоже задел обогревателем. Молодым родителям в это время было не до комментариев. Они пытались успокоить малыша и нервно дожидались приезда скорой помощи. Ну ничего, стояли, упало сверху, да и все. А что-то слышно было, треск или что? Ничего не слышно было, просто упало сверху, завеса и все. Не знаю, да небо попало, да, в машине стоял с ребенком. Не знаю, ребенку попало, нет, но в машине точно что-то мне чуть-чуть досталось. Этот мужчина отнесся к случившемуся снисходительно, а вот отец маленького хабаровчанина, проводив супругу с сыном в карету скорой, вызвал в кафе полицию. Представитель заведения, в свою очередь, хотел бы решить конфликт полюбовно. Администратор бургерной заявил, что они готовы оказать любую помощь, чтобы загладить вину. Падение аппарата мужчина объяснил популярностью заведения. Посетителей много, и постоянно открывающаяся дверь вызывает вибрации, которые ослабили крепеж. Ну, видимо, просто за счет трафика дверь работает, сбивается. Просто ее не будем вообще не вешать. Мы перевесим ее в сторону, на вот, вертикальную, потому что это не дело. Перед родителями, конечно, извиняться будем. Такого не должно было случиться в любом случае. Сорвавшуюся с крепления тепловую завесу демонтировали, пообещав заменить ее на вертикально стоящий обогреватель, который уж точно не упадет никому на голову. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Склярова и Виталий Векслер.